Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять русский сервер. Будем пробовать бить архидемона. И улыбают, вот сейчас поговорим по поводу комментов. Улыбают комменты. В видосе, где выбыл купон, говорю, что будем делать? Будем большинство, будем донить. Ну, забирать купон, по сути. Что такое 65 рублей? Ну, я не знаю, это нормальный хот-дог. Либо там... чай, либо кофе, это не донат в нынешних реалиях. Я не купил героя, я не купил там какие-то донатные плюхи. Я просто взял, забрал награду, которую, я надеюсь, большинство из вас забрало, потому что очень многие писали, забирай, забирай, забирай. Что такое, что такое на сегодня 65? Ну, это по сути ни о чем. Вот я забрал ангела. $425 самоцветов, ребятушки, это мега донат, это просто эпически. Я не забирал паки, там не забирал разные эти, просто чисто забрал самиками. Я мог забрать, ну, кстати, надо за сам забрать. Поэтому, если для вас это донат, там многие, все, можно рубрику закрывать. А не смотрите, ребят, большинство знает, что такое донат, что такое не донат, и в нынешних реалиях даже шапка — это не донат. Ну, по сути, если так разобраться, тут шапки однозначно никогда не будет. Была такая акция IGG, и те, кто забрали ее, красавчики, потому что это мега плюхи и, по сути, даром. Конечно, IGG могли сделать их бесплатно для всех, но и то хорошо, что они делают для нас каждый там, каждый месяц шарик, в котором можно получить скины, каждый месяц день замка владельца, в котором можно получить героя. Так как я на сардельке не играю, аккаунт не развивается так быстро, как хотелось бы, потому что у меня не хватает просто физически времени на все это. Поэтому бомбите дальше, это ваше право, как бы, кто хочет, тот смотрит, кто хочет, тот не смотрит. Я никогда не... Я сказал, что этот аккаунт не донатный, и этот донат был не там в плане получить какую-то имбу или героя, это был донат в плане получить плюхи, которые давали всем, и у всех была возможность их забрать. Если бы это был большой там пак, либо пол пака, либо четверть пака, я бы не забирал. А так, это минималка. И я думаю, даже школьник любой, кто сообразил, тот забрал. Так, окей. Поехали. У нас сегодня архидемон. Что там у нас за архи, то я пропустил. Вызывает монстров огромный урон. Окей. Попробуем сегодня составчик на этого архи. Конечно, у меня по отхилам все очень печально, но будем пробовать. Так, тыковка у нас немножко улучшилась. И сейчас мы попробуем жахнуть его. Надеюсь, нам стрелка скоро дадут. Можно будет нашего стрелка уже начать качать. Так как вот этих вот героев я не особо прокачиваю. Так, такой вот состав у нас будет. Сейчас пойдем на основу пробовать. Так, это то, что мы получили, плюхи, которые у нас вышли. Так, 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 так. Ну, тут такое просвет. Я даже просвета не качаю. Вы бомбите, что аккаунт донатный. Самое интересное, что эти ролики там, ну, аудитория где-то пятая часть смотрит. Фактически их не смотрят, все смотрят больше десяточку и все остальное. Почему бомбить, я не понимаю. Такс, ладно. Останемся мы сегодня без эмблем. Давайте просто расставим питомцев, которые у нас есть. Чтобы улучшить хоть немножко отхил. Так, отлично. Ну, поехали. Стартуем с Фреи и кидаем потом всех остальных. Вот тут чую, я сейчас получу люли, а может и нет. Кто его знает. Сейчас мы посмотрим, ну что, Сарделя. Ну, я не прокачал талантики, надо сейчас будет талантики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстро нас
Ну, видите, тут урона не хватает. Вот это называется бездонат, когда ты даже не можешь... По сути, сколько мы там, 40 секунд даже не продержались. 3 ляма. Отлично. Давайте теперь немножко их улучшим. Так, апну я вот этого стрелка. Стрелок десятка, потом мы будем его качать дальше. Так, а чего мы ведьму не взяли? Чего мы ведьму не взяли? Я вообще поражаюсь. Так, ведьма. По сути, ни на кого просто агрить. Придется либо стрелка выбирать. Так, укротитель. Ну, в любом случае, мне их рано или поздно придется качать. Пока есть возможность, пока я не слил, мы будем это делать. Так. Потому что, как видите, расходники очень быстро уходят. Так, укротитель 10, химка. Делать, не делать ее. Ладно, делаем. Все равно нам придется это все потом качать. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали. Так, ворожая у нас. Ворожая может попробовать убрать. Поставим ведьму. Вот это вряд ли нам поможет. Ну, поехали. А, и ведьму все. Видите? Быстрее его зарядили. Надо было подальше выпускать все-таки. Просрали героев. Ну, тут не вариант. У меня дамага нет. Тут надо хотя бы первую эволюцию. Так, окей. Поехали на второй аккаунт. Донатный. Это был бездонатный донат, а это будет донатный донат. Такс. Отлично. Поехали, смотрим, что там у нас вообще делается, потому что я в последнее время русским сервером даже не занимаюсь. Нету на это времени. Попробуем, давайте. Ну, тут, конечно, поинтереснее уже. Попробуем. А что у меня тут? А, там мы тестили. Да, я тогда помню. Посливал все чарки. Вот я не понимаю, какого фига нам ухника не продают уже какую неделю? Уже надоело, блин. Там Вольта не продают на английском, здесь угника просто нет. Это реально печаль. Да зачем мне 5-5? Блин, жесть. На английском сервере только одни пиромаги падают. Тут всякую дичь дают, но не то, что надо. Доспех, который уже не особо актуален. Тамплиер. Отлично. Такс. Тыковка. Попробуем такой вариант тыквы. Для отхила возьмем одного питомца хотя бы. Так, также тыковка у нас собрана. Берем сюда химку, убираем, ставим. Здесь у меня немножко другой состав, чем на английском сервере. В прошлый раз я тестил, по-моему, не знаю, заливал, не заливал вам видос. Так, второй, третий есть. Дальше ведьма. Ведьма у нас будет четвертая. Панчбокса сюда поставим.
Так, смотрим. Раз, два, три. Так, на стрелка надо будет поставить дракончика. Так, стрелок с драконом есть. Давайте сейчас я их еще разок настрою. Тут прорывы не прокачаны. Так, убираем, убираем, ставим фрей, ставим стрелка. Так, еще фрейку сейчас поставим. Попробуем. Блин, все так хаотично, в разброс, так неудобно. Такс. Да, поставим шар. И того смотрим. Такс. Поехали. Попробуем стартануть стыковки. Вот такой вариант. Конечно, ей сейчас не дадут. А может, скорее всего, и дадут разогнаться нормально. В принципе, демон нормально дамажит. У него энергия. Можно понижать энергию. Как видите, здесь у меня Шиара. Плюс герои с разбросами. Ну, то есть стрелок, который забирает энергию. Ведьма тоже тыковками забирает энергию. Плюс Драко. Плюс Шиара. В принципе, плюс-минус мы должны хотя бы около 5 лямов набить. Ну, 4,5 где-то. Потому что надо качать прорывы, надо качать таланты. Я, честно говоря, этим здесь даже не занимался. Ну, 4-то точно убьем. Это радует. Интересно, сколько в среднем мы будем убивать одного. С 36 начали. Конечно, разница большая, когда хотя бы 20-е прорывы герои совсем по-другому дамажить будут. Ну и, конечно, 13-е скиллы как-никак тоже будут решать роль. Ну, пока вроде неплохо. Ну, 36 секунд, получается 35 секунд. Где-то в среднем, плюс-минус. Но видите, местами промелькает, то есть мы не добиваем его. Но в любом случае лучше стартовать с тыковки. Он ее дополнительно заряжает. Да, без прорывов прокачанных, конечно, архи бить сложновато. Но в любом случае, это самый оптимальный бездонатный вариант. То есть именно такой. Можно, я пробовал, тестировал, мне больше понравилось. Ну, больше урон был все-таки раскол, плюс эмблема борца.
Ну, то, о чем я и говорил. 4,5. Давайте еще разок попробуем. Ради интереса тест. Ну, стартанем мы с Фрейи. Вот такой вот вариант. Выкинуть всех. Ну и хотя можно было из тыковки стартануть, точно так же кинуть всех сразу. Но все-таки, мне кажется, могут зарядить, а он может раз задамажить. Ну, не знаю, надо будет попробовать. После полуночи уже попробую. Такой вариант. То есть это же сборка будет. Просто чисто попробую с тыковки стартануть. В любом случае, вам здесь надо будет либо ведьма, либо фрей. Одно из двух. Потому что надо цель, у которой будет очень мало жизни. Ну, тут как-то вроде неплохо идет. Тут получается приспешники, даже если появляются, то не тыковку атакуют сразу. Но вроде результат получше идет. Или мне кажется. Ну, где-то приблизительно точно так же. То есть, что с фреймом мы стартанули. Тут немножко результат будет лучше. Где-то 4,1,5 будет. Хотя, если... Не, чуть-чуть нам не хватит. Даже 1,8, возможно. Не, не будет даже 1,8. 1,6 будет. Это плюс-минус. Ну, видите, немножко результат лучше стал. Ну, видно, что не максималку выбивает. То есть, немножко не хватает. Чтобы больше разогнаться и быстрее все было. Опять же, каждый рандомный. Да, тут результат получше все-таки. Когда мы стартовали, не стыковки, видите. Вроде как бы и да, с ней должно быть получше, но 4,1,6. То есть плюс-минус уже получше. Все, пишите комменты, ставьте лайки, бомбите дальше под видосами. Всем удачи, всем пока.